5 секунд. Итак, мы возвращаемся смотреть вторую карту матча между командами Empire и Nova. Empire все-таки сумели додавить, при том, что лидировали всю игру, потом допустили вот этот камбэк соперника, но Куман разрулил, как говорится. Продолжаем смотреть, комментирует адекват Мортальс, надеюсь, Рустам видит картинку, которую я ему передаю, потому что в лобби он не смог зайти по причине проблем с интернетом, но самое главное, что он видит, и мы посмотрим, что здесь будет происходить. Ну, вот такие драфты. Вы видите, Клокверк появился из новых героев. ДК в этот раз не в бане. Я пытаюсь сделать, чтобы на весь экран было, чтобы мне было окей. Сейчас разберусь. Ну, вроде бы это максимум, что я могу сделать. Да, Некрофос появился. В ответ у Team Empire на Ember Spirit, я так понимаю, да, это на 18-й пик. Через Пугну опять играет Нова. В целом, ничего прям сверхъестественного такого не поменялось. Единственное, что хардкерри в этот раз решили на ластпик оставить себе. Ну, точнее, на 23-й. Ластпик-то будет у Империи. Как раз-таки тут Куман будет себе героя выбирать. А Некрофос, так понимаю, это куда? В мид? Да, в мид, наверное, да? Для Додрана. Душить Эмбера. Ну, кстати, смотрел я парочку Некрофосов в центре. Они реально очень круто стоят линию, и с ними вообще ничего не сделать. Большинство мидеров против, я даже сказал, большинство спиритов против Некрофоса линию просто проигрывает салат. Тут соглашусь, да, Некр действительно очень хорош в этом плане. Он и в сложной прекрасно против многих стоит. Тут вдруг надумают вообще Марса в центр поставить, и Некраф сложно отправить, кто его знает. Против милишника же Марс будет стоять, пойдет. Ну и самых популярных керри банят Нова. И Темпларку, и Медузу, и Тини убрали. Это топ-3 героя на этой позиции. Интересный бан Рики. Неплохо против Марса. Возможно, есть какая-то информация по игрокам Нова. Не знаю, да, что Рики-то испугались. Вроде не самые плохие герои у них будут против Рики, даже если он появится. Ну ладно. Еще вариант, чем мы баним. Ну, баним Фантом Лансера, да, раз уж супер сигнатурка, то надо, наверное, это учитывать. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так, здесь популярных теней убрали, медузу убрали, морфлинга убрали. Что там еще Куману можно срезать? Вообще не опирается от того, кто, возможно, закроет их керри, которого они возьмут на 23-й. Поэтому они должны сейчас уже определяться со своим керри. Так, меня слышно нормально? Да, да. Боюсь, что меня, что вылечу, там не вылечу. Случайно. Вроде бы все окей, да. Так вот, что же мы хотим взять? Какой вообще хороший керри есть против Некрофоса? Вообще контрит Некрофос из Киева. Хороший вопрос. Я настолько отвык от Некра за последние полтора года, а то и два. Ну да, сразу так и это. Не вспомнишь контрпики какие-то. Я что-то тоже думаю. Я не знаю, вот Vessel's Void с Time Dilation хороший пик или не очень? Ну, неплохой. Да Войд во все времена в лейте все равно был шикарным героем. Здесь есть Shadow Demon, который сейвит. Ну, есть еще керри, например, кастеры.
Такие, да, полукастеры, полуфиз ДПС, да, это Герокоптер и Луна, два ярких примера. Они одновременно и магии могут навалить в Гошаут. И если что, надо и физикой пострелять. Вивер является контрпиком Некрофос, как думаешь? Они вчера с Вивером играли, выиграли. Им почему-то нравится этот герой, при том, что я его, ну, сильным керри назвать не могу никак. Я думаю, никто не может назвать его сильным керри. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. И вот он, Войд. Я почему-то про него подумал, потому что, ну, Вивер ничего Войда не делает. Это свой этот Кумана, да, классная закрывашка. Просто потому что что-то ему сделаешь, действительно, что ты сделаешь этому Faceless Void, он поставит тебя хроносферу. Будь ты хоть четырежды сильным вивером, от хроносферы ты никуда не денешься. Ну, сейв, конечно, в хрона есть, это пугано с декрипом, да, и в декрип Faceless Void навалить там урона не сможет. Но сможет Некрофос хороший ультимейт даст. Так что, как-то надежную империю влететь теперь, Некрофос, Марс, Faceless Void вообще тут не проигрывает, но... Чем могут похвастаться нового? Что они могут предложить? Какую-то активную доту, что ли? За сноуболить жестко? Ну да, как делали вчера. Здесь какой-то пуш есть с пугна из ДК. Да хороший пуш. Не сказал бы, что в защите прям все идеально у Empire. Но Empire Blade здесь тоже, кажется, сильнее. На Войда ведь ответа никакого. Пугна всех не спасет. И много контроля через БКБ получается, да? И клок, ну, и с другой стороны, видишь, это все-таки большой упор на большие КД, да? Ведь арена, где-то в какой-то степени коса, хроносфера, это все те самые кнопки, которые мы бесконечно будем ждать, только от них играть. В то время, что нужно там условному Виверу или Эмбер Спириту? Ничего, идти в бой просто. Ну, ДК там, конечно, сколько-то от форума зависит. Фокус. Марс. Такой тоже грандмастер. Не забывайте, друзья, что вы можете зайти, в том числе по баннеру под трансляцией. Там посмотреть, что предлагает Винлайн на этот матч, на другие матчи лиги. И бонус 2000 рублей также можно забрать. Да-да-да, кому это интересно, обязательно пользуйтесь, конечно. Ладно, попробую, да, попробуют как-то сыграть на темпе, наверное, ребята из нового. Но этот темп нужен, он нужен даже не столько, сколько в этой карте, нужен в целом от команды нового в этом матче, чтобы как-то, ну, мы на них по-другому взглянули, потому что игра первая прям не вызывала каких-то одобрений, как мне кажется. Она была довольно скучна, пассивна и как результат проиграна. Даже несмотря на то, что предпосылки к камбэку были. Shadow Demon. Много урона получил. Нормально ему здесь накидывают. На Вивер такая линия. Ну, на такой линии, конечно, против Клокверка и Марса добиться какого-то успеха будет крайне трудно. Если уж какую-то дикую ошибку не допустят Марс, и как там можно, не знаю, этого Марса убить? Сворм набросить под Шикучи, забить его до смерти. Вот линия с Вивером, она имеет успеха, там вот, например, в связке с каким-то Тайтхантером, где Вивер при этом еще и саппорт. Потому что там есть какой-то минус армор,
Гаш с Ворма навесили, там можно убивать. Вот такие оффлейны я видел несколько раз. Реально очень круто. С Богна, конечно, такого сочетания нет. И поэтому, наверное, в Вивере ты, скорее всего, надеешься просто, что у тебя крипов удастся много подобивать. Не более того. Ну, хотя бы сколько-то, да, вот он для этого себе блейдсов так взял. Скорее всего, Марсу мы не помешаем. Марс тоже будет фрифармить, только с топориком стоять, купит свои брейсеры, и мы его просто не пробьем. Ну, а на Вивере на самом, наверное, молнии, да, что мы хотим увидеть. Какой билд был, ты не помнишь? Вот ты говоришь, играли но с Вивера. Falcon Blade, молнии. Что-то тоже мелкое. То ли линка, то ли что-то такое. В общем, то, что стоит не так дорого и дает импакт прямо здесь и прямо сейчас, да. Mm-hmm. Да-да, Falcon Blade, молнии действительно. Повысить скорость фарма, какой-то дэмэдж. Будем на кнопочки нажимать и пытаться. Парадайз, кстати, я не могу прокликать, он хотя бы грандмастер на Вивере? Нет. Нет, нет, грандмастер на Вивере. Жаль, жаль, конечно. Грандмастер бы статус тут точно пригодился, чтобы выиграть эту игру на Вивере, мне кажется. Так, что у нас на топе там стоит ДК против Faceless Void? Ну, надо вверху постараться как-то помешать, наверное, эту Void крипов бить. У меня пока против неплохо получается, есть 4 Deny. Ну, просто потому, что ты ДК, у тебя он Soul Ring, стан. Стан даешь, крипа добиваешь, знаешь, перед лицом соперника, это нормально работает. Плюс суппорт очень хороший, Худвинка, она такая. Всегда подстрахует, если что, спасет. А если вдруг у тебя прям хорошо получается соперника погонять, то она еще и свяжет, и вы убить сможете. Такое тоже реально. Но в ответ на станчик есть Shadow Демонский Disruption, который тоже не позволяет крипов добивать. Что-то свои приключения, у вас скорее друг другу мешают. Тут 4 игрока, чем фармят, да, сами самостоятельно. 5 станчик, да на, и вот нормально работает. Связь какая, хорошо. Таймблок моментально вылечится. Максимально скучная линия, если честно. То есть все, что там делают, это реально друг другу мешают. И, друг друга там не убить. Вот просто нечем убивать. В центре пока у Некра все предсказуемо хорошо. Глиф нажал. Классный глиф, сейчас додорно, очень классный. А Эмбер Спирт точно по шансам идет? Есть ощущение, что он не по шансам немножко. Это было опасно, ладно. Думал, что за счет флеймгарда сможет Некрофоса прожечь. Не смог. Ну, там Додран классно сыграл. Клифф, конечно, суперский просто. От вышки ничего не получил Додран. И сейчас просто задоминирует над Эмбер Спиритом за его агрессию. Потому что, я так понимаю, расходников сейчас не осталось. Какого-то курьера себе нужно вести. И, ну, Некрофос должен как-то выдавливать, да, просто эту Эмбер с линии. Но он же Некрофос, в конце концов. У него один спел, который одновременно лечит тебя и дамажит соперника. Это вообще имба на центральной линии. Таким героям просто невозможно проиграть линию. Поэтому я жду от Некрофоса уверенного, хорошего нетворса, от Эмбер Спирита, ну, где-то лесочек подкачать, да, где-то там какую-то руну проконтролить воды и опять же вернуться в лес. Ну, а там потом как-нибудь камбэкаем за счет активных рун, если хорошо их контрим. Так, у нас тут забирают, кажется, Пугну, ФБ сделан, но разменивается, кстати, Парадайз. Второго можно, можно до конца бежать, Шукучи, да, не скоро, но... А вот Коги хорошо. Блоки. Некор уже имеет даже лишний уровень почти. Ты посмотри, у него почти 6-й, а Эмбер сейчас только-только 5-й возьмет. Ну, получили контрпик там. Как-то открылись во второй стадии Эмберу. И Некрофос моментально контрпик залетел, ничего не поделать. Все, да, про линию можно забыть. Эмбер сейчас уйдет вообще на базу. Потом вернется через телепорт сразу в лес, скорее всего, отправится. Ну вот важно, конечно, шестой хотя бы руну контролить. Для этого, конечно, ремнант желательно иметь. Не крути, вот есть небольшое преимущество Эмбера над Некрофосом. Он лучше по каким-то объектам, да, вот, контролит их. Счет ремнантов, потому что он быстрее. А потом зацепили. Disruption. Белочка связала. Белочку все-таки зажали, Антарас до конца, там есть стики. Стики были использованы и не добить здесь, да, Худвинг. Худвинг просто убегает, отбивает пятюню с вышкой. Нормально, Додор нашел бар тем временем в центре. 33 на 12, Эмбер 16 на 3, ну да, все, там уже двукратное какое-то преимущество. И если в лес не уйдет Эмбер Спирит прямо сейчас, крипов он там не увидит вообще. Куман стоит хорошо, ну и ДК тоже порядок, мы видим полный, даже чуть побольше по экономике. Да, Эмбер вот последний по нетворсу. Еще и Клокер подтягивается. Под 6-ю минуту сейчас руны будут появляться, контролят саппорты.
Руна появилась сверху, там ШД для регенерации. Ну, тут регенерация, в принципе, не особо кому-то нужна. Но Некрофаз, конечно, себе заберет ману полную восполнить. $800 выигрывает Тодрон. Ну, говоря, даже не знаю, вот на Эмбере вот лучше так никто не показал геймплей против Некрофоса. Видимо, это судьба такая. Ты обречен прийти на эту линию и на ней ее проиграть. Не видел я ни разу, что кто-то вот из спиритов смог как-то грамотно против Некрофоса отстоять и не проиграть линию. Все проиграют. Кто-то проиграет чуть больше, кто-то проиграет чуть меньше. Но факт в том, что камбэкать приходится очень тяжело и долго. Может быть, изначально надо саппортом на линию встать. Тогда будет получше. Хотя не знаю, поможет ли это хоть сколько-то. Тут еще и Некрофос саппорт скорее помогает, бегают вокруг него. Вообще было бы неплохо там в косу, да, зарядить, может быть, Эмбера убить. Вышка падает. А виверы же пикнули в Некрофоса, да? То есть видели, да, на 18-й Некро и пикнули вивера. Ой, тут чейнами пытался связать, не связал фою, промазал. Просто я пытаюсь придумать, а контрит ли вивер Некрофоса хоть чем-то. Глушаут вроде нечем здиспейлить. То есть с руки не бьешь. Шикучий в глушауте не продамажит. Но при этом, кстати, Икснова. Просто ново выигрывают 1000 по экономике. Несмотря на тяжелую ситуацию Эмбер Спирита, все-таки Вивер и ДК действительно хорошо фармят. ДК там вообще начинает отрываться от Веслсвойда. У меня Войд просто в лес пошел. В центре. Ну, Эмбера не взять, конечно, без контроля. Но в то же время просто прогонять его и не давать фармить, это тоже полезно. А Некр не собирается уходить с этой линии, пока вышку не спушит. Ну правильно, что куда ему двигаться? Еще тревела не куплены, чтобы куда-то двигаться. Сейчас телепорт на топ, правда, там, видимо, агрессивно себя ведет. Идет чейны. Неужели телепорт сбили? А, нет. Телепорт сделал Некрофос. Просто, видимо, чтобы вышку защитить, что ли, пришел сюда. Ну, Эмбер доволен сейчас, Некрофос линию покинул. Все, наконец-то фармешка, флеймгард подрубил. Агрессивно сразу в клокерка пошел. Вообще, он сможет Антара стасилить? Ремнутами до конца. ШД убили, клокерку убили. Ты посмотри, какая активность пошла. Тамар стянулся вниз, кстати. Внезапно. Они так неплохо линиями свапнули сейчас. А Вивер лес пошел качать. Я сомневаюсь, что у него, конечно, какие-то молнии сейчас имеются. Не, у него Джевелин. Ты знаешь, скоро. Очень скоро. Быстро фармит. Быстро фармит, да, очень быстро. Прям настолько быстро, тут Кумана там... Куман очень сильно Виверу проигрывает. Конечно, удивительно такое видеть, но... Вивер справляется. Молодец. Ну а с молниями тогда процесс еще быстрее пойдет. А Войд решил через мида сыграть. А Куман уверен в своем лейте. Он для этого это 24-й пиком Войда брал. Он же понимал, что здесь любого героя сильнее будет в лейте. А чтобы лейт выйти, что нужно сделать? Купить медасик. Купим медасик и качаться будем долго, уверенно. В лейте победим. Мне кажется, с точки зрения стратегии, это неплохой выбор медасик. Есть, конечно, вероятность там как-то игру проиграть быстро, да? Но давай подумаем, имеет ли возможность сноуболиться жестко новой и убить настолько оппонента, переубивать, чтобы Empire пришлось согласиться на поражение. И не ждать там Войда, пока он докачается в лейте. Но есть Пугна, да, есть ДК, которые могут пушить. То есть есть кому вышки сносить. Но там такую карусель придется закрутить сейчас команде Empire. В центре Disruption. Хроносфера не ставится. Как куча телепортов, да, смещение было от имперцев, но ни к чему это не привело. Хроносфера не была поставлена. Решили, что ну не хватит просто там даже через Disruption убить. Демоник Пурж же не было. Демоник Пурж мог помочь, конечно, фраг сделать. Хотя, не знаю, Некрофос косой вроде бы пока никуда не использовал. Так, Вивер с молниями уже. М-
Марса пока тоже толком нет в игре. Просто стоит, качается, пытается на блинк накопить. Он как пришел на нижнюю линию, так ее и не покидал ни разу. Эмбер тоже молнии. Команда молнии будет. Молниеносная команда. Что Эмбер, что Вивер. ДК пришел отсмамливать центр, чтобы Некрофосу вышку не отдать. При этом сам ДК тоже сейчас может форму включать и пытаться пушить. А на топе тавр, кстати, снесли. Отбластовали его там, пугная, забирая денежки для своей команды. Опа, ТСА здесь. Уничтожили. Прыгает Куман. Куман, что будем делать? Ему не хватит урона. А вот сейчас хватит. Теперь хватит, когда два баши подряд сработали. Хукшот, засейвить Кумана, есть таймбок, убили. Ну, Антараса надо забирать, наверное. Какая-то связка-то будет, наверное, уж от Рубинга. Да, связала и все, и фраг. Окей, нормально, Войд как бы тоже с Мидасом что-то фармит. Фраг получилось сделать, пойдет. Отошел, сам главное не погиб. 1500 все еще проигрывает Виверу, конечно. Но не должен сейчас намного медленнее нафармить, чем сам Вивер. Додран, Кая, Эссенж. Мне кажется, на Некра еще до сих пор не придумали какой-то идеальный билд. Настолько гибкий герой, вот с точки зрения предметов. Кучу всего можно насобирать. А в паблик как не зайдешь, там, ну, просто, не знаю, десятки сборок существует. Кто-то с Атосами играет, кто-то с Рейденсами, кто-то по старинке через меки какие-то, пайпы. Все равно при этом самый многообразный билд все-таки Storm Spirit, как мне кажется, нынешним патчем. Storm и герой все-таки популярнее, и сборок у него там, ну, просто огромное количество. Так, влетели сейчас на пугну через хукшот. Ставят Незервар, декрип себя с формы, но нет, забирают все-таки. Сейчас бы прийти сюда, там куча крипов, на вивере, да, прибежать, просто молниями проскидываться. Но нет, не забегает туда вивер. Ну и как-то Войд потихонечку фармит, мне кажется, он сокращает свое отставание. Да, Микрофос да. Фармит, Марс фармит. Не знаю, мне кажется, все под контролем будем парить. Они проигрывают тысячу. Просто мне кажется, я просто не очень верю в драфт. Только дизрапшн от ШД, но сейф идеальный. Коман прыгнул, тайм дилейшн еще дал. Просто под замедлением, прыгает еще и Марс, ставит арену. Минус один. ДК разберут, коса минус два. Ну вот так, да. Кнопки есть, нажали, вышли, убили. В принципе, несложно. Теперь качаемся, ждем кулдауна спелов. Как это будет выиграть Вивер, я не знаю, вот честно. Я пытаюсь, вот думаю, что же должно произойти, как может произойти, но я просто пока не понимаю. Вчера у них получилось с Вивером закончить, ну, довольно быстро, и там Немига настолько плохо играла, что сдалась просто на второй карте. А здесь, ну, учитывая драфт Empire, они просто будут затягивать, они готовы к этому. В лейте Void kill любого. И вот Empire по экономике вышли вперед. В первый раз. Додорна. Бласт, ну нет. Просто гошаут, телепорт. Гошаут тут, конечно, будет хорошим спасением в любой непонятной ситуации. Эмбер приобретает себе наконец молнии. Тоже начнет чуть эффективнее фармить. Что у ДК там? Ну, блинк-то уже имеется, уж, скорее всего. Нет, у него худ. А, у него худ. Это терпеть не могу эту сборку. Это тот самый ДК с худом.
Ну, боже, сейчас пока Блинк нафармит, ну шарт, у него же БКБ вообще не появится в этой игре. Я, конечно, понимаю, против Некрофоса хочется. Да вот не хочется, нет, это немного не тот герой, против которого прям 100% нужно. Это не Лишрак. Ну ладно, не хочет, так не хочет. Настаивать не буду. Ну, ход на ДК, да, выглядит сомнительно. Пугна убегает, погоня жесткая, там Марш сейчас может прыгнуть. Арена поставил, зацепили, да, коса, тут беспощаден Некрофос. Заряды себе зарабатывает. Дополнительные маны и хп регеном, то, что нужно. Так, ну на Некра нападать опасно. Вивер здесь. А, вот Драгонлэнс у него еще. Ну, видишь, да, абсолютно идентичная сборка. Тоже был Драгонлэнс там и Линка дальше. Ну, опять же, Линкин сфера. От чего она тебя здесь спасает? От косы. Все. Хроносферу как ставили, так и будут ставить. ТК там Войда, да, в один момент и пережал на два косаря. Или почти на два. Уже проигрывает. А, Куман сейчас еще сильнее свой фарм ускорит. Просто купит. А, молнии купит. Молнии, да. ДК взял себе блинк. Ну, давайте показывать что-то новое, да. Я вообще не верю в ваш лейт. Мне кажется, если вот и выигрывать, дот, наверное, выиграть надо прямо сейчас, идти драться. Да, в какой-то момент времени драку проиграть, скорее всего, когда будет поставлена хроносфера. Но после этого нужно будет еще идти, раз идти в бой. И вот тогда уже побеждать Эмберспину на ШД, получает дизрапшн, Додран бегает. Забрали таки Худвинг, Додран с вором висит, Госшаут нажал. Быстренько снять с себя с вором под Госшаудом. ДК прыгает, а вот теперь будет умирать. Еще один сейв. Дизрапшн. Угна пытался. А у него хроносфера, кстати, классная. Кого бить? Вивера, да? Марс и Арена тут даже в хрона. Непонятно. Пугна, шикарен. Пугна спасает. Таймлэпс нажат. Ну, значит, уходим. ДК просто будут убивать, Вивера отпускают. Хотя здесь можно на развороте что-то пробовать. Эмбер Спирит с Вивером. Вивер бьется. Куда копье? Ой-ой-ой. Копье не пригвоздило. Фокус немножко ошибся. Потеряли еще Клокверка, Вивер добил. Ну, кстати, не такая плохая драка в итоге для Reddent'а и получилась. Они же все-таки очень важно, что выбили арену, да, выбили хроносферу. И вот теперь, по идее, давление должно лишь только усилиться со стороны Нова. Надо что-то делать, что мы можем забрать. Рошан, конечно, не убьем, да, таким драфтом пока никак. Сил не хватит. Ну, можно карту занять, можно какую-то вышку пытаться напрягать. То пока Empire драться без хроносферы, наверное, не захотят. Коса минус Пугна, еще один заряд, кажется, для Додрана. Да, уже третий. А топ тем временем убили Shadow Демона. И Марса тоже, скорее всего, завалят. Он арену ставит. Помощь какая-то будет. Вообще он сейчас убить может. Ну, копьем, да, ну попади. Копьем не попал. Ты мог попадать. И тут хукшот мимо все-таки добили ракетой. Ой, это сочный фраг на Вивере. Антарас сработал 452 голды. Себе лично. Еще разделили там 270 на двоих. Тоже норм. Хорошо, да, это без участия Faceless Void, его хроносферу он фармит. Ну все, вот сейчас Вивер в таверне посидит какое-то время, Void все это время пофармит и Void догонит. Он уступал там до сколько, 1500 Faceless Void проигрывал Виверу. Сейчас проигрывает 1000 и, наверное, еще сократит за эти полминуты. Антарас соло Пугну пошел душить. Так. Ладно, там Худвинг помогало, Антарас не справился. 3000 за Empire. Преимущество растет. Хор герои хорошо прокачиваются, причем все. Несколько выпадает Эмбер Спирит. Обратите внимание. Победы я вижу. 88. Это при том, что преимущество, ну, совсем кажется денежное, это небольшое.
Бывает так, что там 15 тысяч команда ведет, а им нарисуют 55% всего. Ты вот покажи показательный момент, когда преимущество не было, или оно было за командой Radiant. Видишь? То есть кто-то всегда оценивало, да, Empire выше. Ну, не знаю, опять же, как учитывается, но было понятно, что Empire очень сильный пик. И то, что они проигрывают там 1000-2, это, ну, не то преимущество, с которым команда Nova могла рассчитывать на победу. Как-то претендовать. А проигрывая по экономике, совсем страшная ситуация. Я бы сказал, чрезвычайная сейчас. Шард купил себе Dragonite. Ну, он, кстати, по экономике нормально держится. И с худом все равно купил себе довольно много слотов. Вот БКБ дофармить только стоит. Правда, БКБ уже у Марса есть. ДК ныряет под Т2 за клокверком всего лишь. У того есть хукшот, у того есть все кнопки. И он просто контратакует. И цепляет. И арена классная там по всем. Главное, чтобы Войд просто нашел теперь свою цель. Этой целью точно не станет ДК. Его, кстати, косы не добили. Хроносфера бы полетела в кого-то еще. Это минус 2 без хрона. Да. Так, какие еще идеи Нова? Для Новы нужны новые идеи, срочно. Не знаю, какие идеи. Уже и в смоках пробежались неудачно. Ну, продать только одна идея. Быть самым жестким вивером на свете. Криты купим. Deidalus, Nullifier. Какой-нибудь Abyssal против Faceless Void. Я не знаю, Hex. Какие Войда за Hex убить, пока он прыгает таймволком тебя. Вот каким-то самым-самым жестким вивером на свете быть. Непредсказуемым и внезапным, резким убийцей прям. Как еще надо... Надо выиграть эту игру, я не знаю. Все, отставание от Faceless Void сократилось от вивера до минимума. Более того, Faceless Void уже вышел вперед даже. Криты вивер взял. 2300 хп у него. Там немножко Void подкачается. Эти 2300 хп будет ровно на одну хроносферу. Лоту взял себе Некрофос. Более устойчивым быть. Опасно заходят Нова и вивера ловят. Вивера ловят. Копье так себе. Где Войд? Где Войд? Где Войд? Вот он, Войд. И четверых поймал в хроносферу. Четверых. И мейнкерри уже убили. Залез. Ну да. Кумана спасли Израпшен теперь. На сейф. Отлично. И Войд не погибнет таймбоком назад. Ну посмотри, там Эмбер очень много СДК урона наносит. Они, кстати, разрулили ситуацию и даже убили-то больше. Лол. Да, минус 3. Внезапно Эмбер живых остался и всех уничтожил. Слушай, может быть, в этом идея? Хроносфера на вивера, окей, но у нас остается второй кор, который всех передамажит и убьет. Теперь Эмбер будет с БКБ. Ну, видимо, да, какая-то такая очень странная, любопытная, но идея. Может, реально сработает? Чем черт не шутит. Куман тоже опасно играет. Играет без БКБ. Но вот сейчас неужели недостаточно слотов, чтобы уже выходить в БКБ? Он решил купить себе линку и думает, что стан ДК это самая большая проблема. Ну или декрипифай какой-то. Но разве БКБ не спасет от всего? Не знаю, Линкенсфера, интересно. Да, БКБ выглядит очень надежно и очень естественно, да, в такой ситуации. Так, ну ладно. Как-то Нова получает возможность сейчас поиграть чуть
поактивнее, пожестче, потому что хроносферы нет. Возможно, для Империи это знак ничего не делать и не принимать участие в тимфайтах, там, в зависимости от того, как Куман будет колить. Поэтому на Рошана как-то заходить надо, наверное. Пора уж, 26-я минута. Там любым драфтом может Рошан забрать. Но ракетка полетела. Ракетка полетела, инфа имперцами собирается. Ну, Марс какую-то арену может поставить, выиграть время. Сколько там хроносфер? 30. 25. 25. Не успеют. Пошел вперед до Трен. Говорит, все, успею. Арена. Опа, там БКБ. Не ждали. Хукшот полетел. Рошан забирает сил света, ДК фокус крадет. Некрофос пытается отступить. Мало хп осталось. Импер до конца бьет с руки. Лотус, лотус, и... лотус. На всякий лотус случай. Слейт офис будет еще один. Нет, нет, не добивай. Ее мимо в очередной раз. Там посмотри, какие битые герои есть. Эмбер Спирит, кстати, без кнопок ведь остался, но его Пугна хилит, Пугна добили. Пугна, вернее, добил сам себя. Дальше погибает и Эмбер. Баш срабатывает, добивают еще одного героя. Здесь остался ДК, Некр уже фуловый. Он уже фуловый, он чуть не отъехал, он фуловый. Минус 4. Ну, не добиваете Некрофоса, да, так и происходит. В итоге тимфайт выигран, Рошана пришли, а Егис забрали. Там воровство было Егиса, ведь деньги, по-моему, рейдинг все-таки получили. Я не ошибаюсь. Да, деньги, это уже не так важно. Не так важно, я согласен. Хроносфера не была поставлена, это тимфайт выигранный без хроносферы. И вроде казалось бы, там за малым не хватает рейдинг. Тут вроде почти там этого добили, второго добили, но... Момент упущен, 8к летят ново, и вот сейчас вот дав Аегис сопернику, пусть даже Марсу, они не получают там этого вивера, который мог бы, допустим, знаешь, свою Аегис где-то хроносферу разменять на какую-то атаку. Но нет, этого сейчас потенциала нет. А играть становится сложнее. Соперник, пока вы восстанавливаетесь, получает деньги, зарабатывает все новые и новые шмотки. Войд растет. И благополучно идет лейт. Кажется, что у Empire все срастается в этом матче. Да более чем. Думаю, ближайшие 10 минут могут и закончить. ДД лежит на речке. И ДК подберет. Или оставит вивера. Нет, подбирает. Пытается так на тир 2 организовать сейчас. Тут вверх в форме Драгонайта с дабл дэмэджем пушат. Куман приходит. Отгоняет соперника. Ракетка летит. Хукшот мимо. Баш. Ну, не сработал. А ладно, Куман. Не проплочно. Знаете, потому что Линкин сферу купил. Не покупал бы линку. Купил бы БКБ, и все баши бы срабатывали. Логики в этом никакой, конечно. Ну, это мне так хочется в это верить. Понимаю. Так, ну довольно дешево защитились от атаки на тир 2. Не потратив спылы. Сейчас нажимают смок, идут эти спылы тратить куда-то вниз. Там Некрофос один, и он будет выигрывать время, если сейчас подставится. Для своей команды, которая уже набегает. Тут не то, что Додран выигрывает время, тут убивает собрался людей. И Вивер с Войдом сейчас могут столкнуться. Вот прямо сейчас, если будет Войд перехватывать. Ныряет, тайм дилейшн. Попытка кого-то поймать. Вивер бегает, не знает, куда ему идти. Опа. Уходит из-под арены с помощью таймлэпс. Окружен со всех сторон. Окружен, но не сломлен. Хукшот. И без хроносферы его забирает. Это был керри. Вивер поймали. Там реально некуда было спастись. Там таймлэпс нажал, он не знал, куда бежать ему. Влево, вправо, вверх, вниз, куда. Везде соперники, везде враги. Вверх интересную траекторию для отхода выбирает, кстати. Без БКБ. Косой сейчас обьют телепорт. И все, доигрался. Тан в лотус тоже не ошибка. Солкетчер. Ну и, видимо, умирать. Ну, как-то так, да. И все это без хроносферы. Герои умирают у команды Нова. Имперцы делают фраги, даже не используя свои самые основные способности и заклинания для... победы. Еще кого-то еще поймали? Да. Это у нас? Пугна. Пугна, форстав. Шот был неточный.
то куда пугните. Это таким образом время выигрывается, как я понимаю. Телепорт спас. А тут, правда, хайграунд уже падает. Некрофос тоже подтягивается. Нажали глиф. Будет ли ответный глиф, чтобы крипов защитить? Зачем некро будет хилить? А, Марс. Марс защищает, да. Войд. Туда таймблок, таймдилейшн. Резерв таймблок вернуться обратно. Падает тир 3. Так, ну что, все защитники в сборе. Пятеро живо. ДК прыгает. Там Линкенсфера. Та самая, кстати, Линкенсфера. И уходим. Бараки, правда, не забрали. Ну и некуда торопиться команде Empire, да. Тут время только 31 минута. Я думаю, в самых худших раскладах тут имперцы готовились отбиваться там и камбэкать на 60. Ну, если было все плохо, если бы их реально бы там задушили как-то крепко. А тут они на 30-й, в принципе, карты владеют, поэтому реально им все в порядке. Доедалось приобретает себе вивер. Поймали ДК, у него должно быть БКБ, он его покупал. БКБ, телепорт. И в этот раз коса не откатилась просто. Линку сбили Войду, таймволк. Просто став на ДК. Так бы это не поймать. Да и опасно поимкой Войду-то заниматься. Развернется, крону поставит. А ты вне позиции. Вне своей базы. Так умереть можно. Рефрешер у Марса вот-вот появится. Надо бы по верхней линии пройтись, просто ребятам забрать вышки. Тут еще много. А, курьер мертвый, все, я понял. А вот теперь живой. И теперь будет рефрешер. Ну вот нужен один хороший тимфайт Империи для того, чтобы игру выиграть. Здесь смоук, ну, разве что клоквер какого-то могут зацепить. И реально зацепят, да. И не успеет кнопки даже нажать, попытаться улететь как-то. А здесь просто арена в двоих, сразу же два БКБ, хроносфера, ставится в вивера. Ну смотрим, хватит ли урона. Декрип очень хорошо. Коса еще лучше, минус вивер в любом случае. Погоня за Пугной. С Пугной там должны справляться. Некор будет защищать Shadow Демона. Сколько-то хилить. И дамажит, соответственно, соперника. Эмбер Спирит контроль получает от Башей. Но здесь три вот эти машины-то остаются у Empire, с которыми ничего не сделать. А там четыре героя без байбеков. Good Game 2-0. Да, там, там. Ну ладно, как бы по драфту мы сказали, да, о том, что... Вивер прям совсем не закрывает ничего. Попытка сыграть в темп, но Нова по первой карте нам показали, что у них не особо это получается. Да и, честно говоря, не очень похоже, что таким пиком, даже если затемповать, получится очень быстро базу вражескую снести. У команды Empire всегда была раз в 2,5 минуты там атака, да, какая-то через хроносфер. Даже без хроносферы справлялись, была арена Марса, можно было выигрывать тимфайт. Короче, да, затея непонятная у Нова. Скажем, в первой карте шансов было победить побольше, наверное. Все-таки там поиграть вторым номером, с лансером, камбэкнуть, еще была какая-то мысль. И то не реализовали. Поэтому, наверное, Empire заслуженно сегодня были сильнее за счет 2-0. Ну и Куман, посмотри, 8-0-10 отыграл, безошибочно на второй карте. На первой придумал билд и победил. В общем, поздравляем, просто поздравляем Empire со счетом 2-0. На сегодня игровой день подошел к концу. Завтра нас ждет еще три матча. На первых двух мы с тобой будем работать. Поэтому завтра подтягивайтесь. 15:00 по Москве будем начинать. Сегодня для вас работали Адекват Морталис. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Пока. Пока-пока. Доброй ночи.